Привет всем, вы на канале Ани Казет. Сегодня покупки из магазина Магнит на 500 рублей. Покупки продуктовые, давайте смотреть. Взяли хлеб вот такой вот. Моя цена магнитовский, классический батон. Он стоит 21 рубль. В общем, чек я покажу вам в конце. Так. Также купили кукурузу консервированную. Хочу сделать салат из крабовых палочек. Так. Также взяла арахис жареный, 22 рубля, по-моему, по акции он стоил, магнитовский тоже. Так, взяла три вот таких сырка, они тоже были по акции, с абрикосом, с курагой и с сахаром, вкусненькие. Взяла три штучки на завтрак. Дальше взяла по акции тоже бутылочку Левин Браун, полторашку. И две баночки Жигулевского. На них цена все время одинаковая, по 29 рублей. Так, вот так положу. Взяла немного лука, буквально вот 5 штучек, 5 луковиц. Также по акции были крабовые палочки, такая Северная Гавань, по-моему, по 40 рублей, кажется. Такие вот палочки на салат. Также на выпечку взяла маргарин, такой по 11 рублей. Так, и майонез тоже по акции, Слобода, Провансаль, вот такой вот майонез. И давайте сейчас я покажу вам чек, куда я его только делала, скажите, пожалуйста. Вот он чек. У нас вот такой вот. И всего потратила я 502 рубля. Вот такие вот покупочки были в магазине Магнит. Делитесь этим видео в социальных сетях, ставьте лайки мне в поддержку, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока.